Доброе утро. Али. Ты хочешь уже завтракать? Гренки. Гренки? Нет, давайте сегодня без гренок. Я не хочу жарить. Гренки. Я не хочу жарить гренки. Мама, хочу гренки. А я не хочу гренки. Мама, хочу гренки. А я не хочу гренки. Что будем делать? А я не хочу. Мама, хочу венки. Так, все, позавтракали. Сегодня у моих детей были бутерброды с сыром. Еще даже вот два штучки осталось. Помыла я посуду быстренько. Перемыла все. Сейчас идем работать. Самое главное, стирка заложена. Все, можно теперь точно идти работать. Риша, мы будем обедать? Я уже обедаю, так что... Да? Что ты обедаешь, расскажи. Я спагетти с квашеной капустой. Даже достану, покажу. Гриша, что спагетти, что квашеная капуста? Никто не знает, да. Что такое, как они. У нас персиковый компот, он очень вкусный, прям вообще, да? Обалденно. Сейчас будем еще доедать, я сейчас разогрею вот эту вот печень, вот в этом, свиная печень, вот в этой вот жировой, как это, такая как тряпочка жировая, не знаю, как она называется, сетка, вот как называется. В общем, это обалденно получилось, я не знаю, Виталий где-то рецепт на YouTube подсмотрел у кого-то, в общем, очень-очень вкусная вот эта печень, обалденная, даже сразу не поймешь, что это печень. То как они ночью до 2 часов ночи сидели, это как они не съели? Да, честно. Как вы это не съели? Не знаю. Так, ну что, пошли тогда, где Гриша? Пошли, мы сейчас с тобой отдохнем, полежим чуть, хорошо? Гриша что, складывает лего? Да, блин, думаю, что собрать. Не знаю, что собрать. А мы пошли полежим, сыночек, снимай кофту, ты ее все равно неправильно одела. Пошли с мамой полежим. Да. Я пока пойду, там бабушка тут что-то. Давай, бабушка. Или они косят? Нет, они здесь вяжут. Пойдем, сыночек. Так, Афоничка поснула. Я пойду повяжу чуть-чуть. Не вяжем, но я никак не могу вывесить белье. То дождь начинается. То сейчас, не знаю, вроде и нет. Тучки-ка и ходят. Непонятно, будет он или нет. Не, ну маленький все равно идет. Очень. Погода очень хорошая. Что там, сынок? Так, Ванька, что, он вставит, да? А? Он вставит? Ну что там, все хорошо, сынок? Деньги. Деньги ты будешь делать? Да, я буду деньги. Ух ты, какой молодец. Это тоже вам. Я не знаю, Гриша, наверное. А Гриша где, на улице? А как, мама? Как? Не знаю. А ну, Ванька, пирожки забирай. Покажи, сына, что это у тебя? Это деньги. В магазин пойдешь? Да. Давай. Это на белый. Угу. Ты тролли опять хочешь? Давайте сейчас мы покушаем, я пойду помидорки собирать, хорошо? Какой это такой крышный? А потом я подумаю о твоих троллях. Что, ты сейчас пойдешь? Нет, я сейчас поем тоже. Все, я иду искать помидоры. Где они тут хоть есть? Не знаю. Сейчас будем смотреть. Смотрите, целая тачка помидоров. Я уж не помню, тут 5 или 6 ведер. Вот. Все это буду перекладывать в ящички. И это все постоит немножко, подспеет. Потому что здесь есть и буренькие помидорчики. Разные здесь набрала. Вот такой вот у нас здесь небольшой достаточно участок помидорок. Один ряд. Вот это вот болгарский перчик. Несколько рядов помидор. И вот еще огурцы. Сейчас еще огурцы здесь пробегусь, поищу, если тут есть. И все на сегодня. Перца тут тоже очень много наспело. Но его, наверное, уже в следующий раз. Завтра или послезавтра буду собирать. Так, у нас уже 9 часов. Дети уже покупались. Гриша, ой, я нечаянно.
Лишь мне не нравится такое поведение. До дедушки Лёни поедем? Да! Да, сейчас мама только помоется, да? Да! Да сейчас поедем. А чё я ничего не знаю? Ну, потому что ты ничего не знаешь. Гриша, не умничай, пожалуйста. Гриш, все. Лучше я помолчу. Лучше помолчу. Так, Афонечка, иди, ты обулся? Страшно. Закрывай двери в кладовку. Так, мама, ты тут... Да, положи, сейчас я все добавлю, сынок. Спасибо. Двери в кладовку закрываем, пожалуйста. Так, ну что, сколько у нас сейчас времени? 10:10. Мы сейчас будем выезжать. Давай туда. Ты выехал уже? Да нет, ну почему, нормально. Да? Давай. Не знаю, тут сейчас все небо громыхает, такая молния вообще бешеная. И дождик такой меленький-меленький. Надеюсь, что не будет. А там кто его знает? О, Рексик выскочил. Рексик выскочил. Так, мы заехали на заправку. А Григорий где-то в телефоне сидит. А Афонька где сидит? В кресле? Ага. Гриша в телефоне, да? Ага. Поедем мы куда сейчас, сынок? До дедушки Лени. А еще? Ой, не зря все игры без интернета поскачивал. Да? Вот цены у нас вот такие вот. А, ты это уже в каком-то там видео показывала. Да? Все, пап, видим. Вот тут дождь. Там мы даже до метро дошли, да, не доехали. Только выехали со станицы, тут вообще все полыхает. Полыхает, как это называется? Короче, поливает. Вот как это называется. В Тимошевке вообще сухо, да? Вообще, там такое лило перед Медведовкой. И в самой Медведовке тоже сухо. Вот этот кусочек как-то был после Мышастовки. Заливала. Это что, в Тимошевке поворот на порт Кавказ, да? Mm-hmm. И на уже моря. Пробка, на да? На моря. На моря. В Крым же это, да? Ну, не только Крым. А куда еще? А, в Голубицкую, да? Да, да, да. А, ну, короче, там уже пробка собирается. Это мы где сижим? Новомицкая. Новомицкая? Ну, как красиво все тут светится. Когда доедешь, когда едешь, разбудишь. Дырячок. Так, мы приехали в Ейск. Сколько вот сейчас? Первого. Домов их нету. Да. Ну, уже люди там была, этот, как это? Стелла. Стелла есть. В общем-то, буквы эти каменные большие. Уже там куча людей фотографируется. Вот. Да, дома нету. Все спят. Сейчас уже дома никому не нужно. Дети наши спят. Сейчас мы с Ейска поедем в Камышеватку. Это будет, кстати, сюрприз. Мы никому не сказали, что мы уехали. Ну, там нам сюрприз. Они офигеют. Просто не хотелось, чтобы они переживали. Ведь тут так все красиво светится. У моря. У моря, блин. Там ты купайся, тут такая труба идет. С артезианской водой. Так, сколько у нас? Час ночи, да? Мы в Камышеватку приехали. 3 часа. Да, 3 часа ехали. Но я думала, если честно, что будет еще даже труднее, да? Как тут одно место, да, было, что ну, да, тянулось? Да, потом как-то уже легче. Ну, всегда, я отсюда до Калининского легко летишь, а там начинаешь двигаться. Камышеватка. Сейчас будем будить всех. Все, мы приехали. Давай будить. Ворота открывай. Собака. Тебе страшно? Ой, выходи. Выходи. Нет, кому не страшно. Иди к маме. Страшно. Давай. Я
звёздочками. Гришка с фонариком. Одна только кнопка нас услышала. Гавкала тут, гавкала она. Кнопка. Мама, у них сливает. Да ты что, уже выросла? Да. Сегодня это, им сколько? Так, ну что, пошли пописаем перед сном. Ты дома пописал? Пошли здесь. Давай, давай, побежали скорее. Побежали. Антоха, ну как ты? Как ты тут без нас? Скучал? Мы домой поедем? Мам, а мы завтра поедем с кондакой? Ты не загорел, или ты не загораешь даже? Ну да. Он все время бегает. Ну он не такой Гришка вообще какой, да? Гришка аж мраморный этот. Я вообще на море не замерзал. Не замерзал. А в парке? Там холодрыга, скажи. В парке хорошо было? Там вообще жара. Прохладненько, да, так, сынок, чуть-чуть? Ну да. Ну, это на пони там нормально. Да в парке ты на пони прокатился? Да. На настоящих. Держался, да? Там тетя, наверное, да, тебе помогала? Ну, бедный пони. Там одна большая. Что вы с ним делаете, да? Что? Так еще прыгал там, да, на чем-то? Ну да, еще там ротики кидал. А кнопка? Единственная, кто гавкала, да, которая нас услышала. Это кто живая в этом доме? Это ходячий звонок. Точно. Единственная, кто гавкала. Бабушка еще пирожки. Еще бабушка пирожки не с капустой, а с картошкой. Да ты че? Я их ела. Что это тебе? Это смотри. Это я. Домой-то поедешь сам? Ага. Гамриха, у меня ручка новая. Так, все, все ложимся спать. Спокойной ночи. Давай, всем. Давай, ложись, Антоша, иди. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.